Всем привет, меня зовут Кент Брокман, и на этой неделе из мульт-новостей вы узнаете, что... После попытки изнасилования порноактрисы Богдан Титомир окончательно сошел с ума и переключился на животных. Компания Google ворует не только личные данные пользователей, но и самих пользователей. В Германии новые критерии на получение пособия по безработице. Александр Кокорин отпраздновал 2 месяца на свободе. На экраны выходит фильм ужасов «Секс в большом городе». Криштиану Роналду настолько любит свои голы, что повторяет их лично всем желающим. Компания Samsung выпустила телевизор с функцией 5D. Это и многое другое в программе «Мульт новости» в группе ШВТ.